Творческий конкурс Московского областного отделения партии «Единая Россия. Открытка Победы», посвященный 75-летию Великой Победы, проходил в Подмосковье с 10 февраля по 27 марта. За это время в адрес жюри поступило более 5000 работ от жителей региона различных возрастных категорий. Около 90 из них от представителей Одинцовского городского округа. В конкурсе приняли участие несколько образовательных учреждений муниципалитета. Сообщается, что в связи с усложнившейся эпидситуацией победители получат денежный приз вместо экскурсионной поездки, как ранее планировали организаторы.